Несмотря на то, что Азербайджан мусульманская страна, но в Азербайджане празднуют Новый год, как в большинстве постсоветских республик. И празднуют довольно-таки широко. Но еще 31 декабря в Азербайджане отмечается как день так называемой солидарности азербайджанцев всего мира. Этот день был объявлен еще во время Гейдара Алиева. И по этому поводу тоже у президента Азербайджана, у Ильхама Алиева, всегда бывают выступления к народу. Конечно, в Азербайджане еще и отмечается в марте Новрус-Байрам. Ну, а Новый год тоже отмечается. И я не знаю таких особых традиций, чтобы надо было подчеркивать, но я знаю, что они отмечают, если не ошибаюсь, что 1 и 2 января считаются нерабочими днями даже в Азербайджане. Если я не ошибаюсь, то они в основном готовят толму и еще готовят плов. По-разному бывает у них. Поэтому с бараниной или по-другому, смотря в каком регионе готовится. Я думаю, что в связи с Атлантическим коридором, да, они будут как-то отмечать. Но проблема в том, что дорога закрыта, и многие семьи армянские не могут воссоединиться из-за закрытой, из-за блокады, созданной Азербайджаном. Ну, думаю, как-то отмечать Новый год будут, конечно же.